После событий в центре Киева 30 ноября 2013 года, когда лагерь демонстрантов был разогнан силой, в городе сформировались отряды самообороны. Началась силовая стадия конфликта. К середине декабря в них числились уже более 5000 человек. Активизировались практически все оппозиционные силы. Был сформирован штаб национального сопротивления из трех оппозиционных парламентских партий – «Батьківщина», «Удар» и «Свобода». Националисты и праворадикалы, правый сектор, объединились с протестующими. 1 декабря начались массовые столкновения. Протестующие захватили первые административные здания, а правительственные войска отбили штурм администрации президента. В ночь на 11 декабря площадь независимости снова пытались очистить от людей, но снова все вылилось в столкновение, и конфликт продолжил нарастать. 19 и 20 января радикальные протесты вышли за пределы Киева и охватили всю территорию Украины. Появились первые жертвы среди демонстрантов. Парламентская оппозиция потребовала отставки президента Виктора Януковича и разгона Верховной Рады. Украина оказалась на грани введения чрезвычайного положения. Янукович несколько дней вел переговоры с лидерами парламентской оппозиции, и со стороны власти последовали уступки. Например, закон об амнистии для участников силового противостояния. Премьер-министр Николай Азаров, с выступления которого все началось, и остальной Кабмин подали в отставку. Президент согласился на формирование коалиционного правительства. Но было уже поздно. 18 февраля ситуация снова обострилась. Произошло массовое кровопролитие. Погибли более 100 человек в центре Киева, в том числе от рук снайперов, принадлежность которых до сих пор не установлена. 21 февраля Янукович сбежал из своей резиденции. Верховная Рада назначила досрочные президентские выборы на 25 мая 2014 года. Исполняющим обязанности президента стал Александр Турчинов. 27 февраля было сформировано временное правительство во главе с Арсением Яценюком. Янукович был объявлен в розыск. По данным прокуратуры, во время Евромайдана пострадали 2442 человека, из них 721 милиционер и гвардеец. Погибли 104 активиста и 17 правоохранителей. 25 мая 2014 года прошли президентские выборы, которые выиграл Петр Порошенко. В феврале 2014 года в Гвинее началась эпидемия лихорадки Эбола. Вирусное заболевание с высокой степенью летальности. Ни лекарства, ни вакцины, от которого к тому моменту в мире не существовало. Заболевание быстро распространилось в регионе и перемахнуло через границы. Всего за период вспышки выявлено 21 200 случаев заболевания в Гвинее, Либерии, Нигерии, Сьерра-Леоне, Сенегале, США и Испании. Умерли не менее 8290 человек. В качестве причины эпидемии называли необразованность населения, слабые санитарно-гигиенические традиции и малую изученность болезни. В очаге бедствия работали сотни врачей и медсестер из различных международных организаций. Фонд Совета ЕС по борьбе с эпидемией Эболы увеличили до 1 миллиард евро вместо 600 миллионов. В разных странах, в том числе в России, разрабатывали вакцину. Авиакомпании Европы, Африки и Ближнего Востока прекратили полеты в Либерию и Сьерра-Леоне, а также в Гвинею. Свои границы для пассажиров из трех стран, охваченных эпидемией, закрыла Кения. Власти Саудовской Аравии отказались выдавать гражданам Сьерра-Леоне, Гвинеи и Либерии визы для совершения хаджа и умры. Свои границы закрыли и Камерун, и Сенегал, и ЮАР. В Марокко отменили футбольные матчи на Кубок африканских наций. Эпидемиологи всего мира объединились, чтобы не допустить распространения болезни. ВОЗ объявила о том, что эпидемия закончилась в декабре 2015 года. С 17 марта 2014 года США ввели санкции в отношении высокопоставленных российских политиков в ответ на действия России в ходе украинского кризиса. Им был запрещен въезд в Америку и блокированы их активы и собственность, находящиеся в Соединенных Штатах Америки. В этом первом списке были 11 человек, включая Валентина Матвиенко и Владислава Суркова. Также был составлен аналогичный список в отношении влиятельных российских политиков и со стороны Евросоюза. К санкциям начали присоединяться и другие страны – Канада, Япония, Швейцария, страны Европы, не входящие в Евросоюз.
Список постоянно расширялся в течение нескольких месяцев. Помимо политиков и чиновников, в него входили общественные деятели, поддержавшие политику России в отношении территориальной целостности Украины, крупнейшие российские компании сырьевого, оборонного и банковского сектора, которым был заблокирован доступ к зарубежным кредитам и крупным контрактам, ряд журналистов, например, Дмитрий Киселев. Параллельно событиям, разворачивавшимся в Киеве в феврале 2014 года, в Крыму тоже прошла волна протестов, в основном как пророссийский регион. Крым выступал против новой власти и установления новых законов. В конце февраля Верховный Совет Крыма отправил в отставку правительство региона. Новым премьер-министром Крыма был назначен Сергей Аксенов. Параллельно люди в камуфляжной форме без знаков различия блокировали военные части Украины, расположенные на территории Крыма, установили контроль над административными зданиями. 16 марта в Крыму и Севастополе прошел референдум о вхождении в состав России. За то, чтобы стать российскими регионами, проголосовали 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя. 17 марта Владимир Путин признал независимость Республики Крым, одобрил проект договора о воссоединении Крыма с Россией, а 18 марта в Георгиевском зале Кремля был подписан договор, по которому в составе РФ появились два новых субъекта – Республика Крым и город федерального значения Севастополь. Под документом подписались Владимир Путин, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов и глава Севастополя Алексей Чалый. 20 марта Госдума Российской Федерации приняла закон о вхождении Крыма в состав РФ. Международная реакция на эти события была ожидаемо жесткой. Произошедшее назвали аннексии, а Украина до сих пор законодательно считает Крым и Севастополь своими территориями, незаконно занятыми. В апреле 2014 года были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики. На юго-востоке Украины с марта 2014 года проходили многочисленные протесты против новой власти. В Донецкой области возникло народное ополчение Донбасса. Вооруженные группы людей в Донецке и Луганске захватили административные здания и провозгласили сначала обе республики, а потом, в мае, и их государственную независимость. По официальной версии, оружие у сторонников отделения от Украины появилось в результате захвата военных складов. Правительство Украины начало на территории Донецкой и Луганской областей антитеррористическую операцию. Сначала противостояние повстанцев и силовиков ограничилось периодическими стычками и нападениями на блокпосты. 12 мая, после того, как была провозглашена самостоятельность ЛНР и ДНР, самопровозглашенные власти потребовали вывести со своей территории украинские войска и Нацгвардию. В ответ Украина ввела на спорные территории бронетехнику и вертолеты. Начались артобстрелы. Повстанцы отвечали огнем из зениток. С июня развернулась полномасштабная война. Сначала украинские силы заняли 3/4 контролировавшиеся повстанцами территории, потом ДНР и ЛНР сменили руководство. Лидеры повстанцев объявили о том, что к ним пришло подкрепление и начали успешное контрнаступление. В начале сентября было заключено соглашение о перемирии, но его соблюдали далеко не везде. Потом было еще несколько раундов переговоров, Минские соглашения, но итог остается прежним. Хотя АТО со стороны Киева закончено, в Донбассе по-прежнему неспокойно. ДНР и ЛНР продолжают существовать в непонятном статусе. Пока эти образования признала независимыми государствами только Южная Осетия. Требуют от Украины закрепить за ними особый статус в Конституции, вывести войска с их территории, объявить амнистию для повстанцев. Украина настаивает на том, что территория Луганской и Донецкой областей – ее неотъемлемая часть. Миссия ООН по правам человека в Киеве подсчитала, что по состоянию на январь 2019 года в конфликте на Украине погибли до 13 тысяч человек. В Донбассе погибли более 3 тысяч мирных граждан. Внутренними переселенцами стали около 1,5 миллиона человек. Множество граждан Украины уехали от войны в Россию. Позже Россия ввела упрощенную процедуру получения гражданства для таких людей. С 7 по 23 февраля 2014 года прошло главное спортивное событие года – 22-я зимняя Олимпиада в Сочи. А по ее окончанию провели Паралимпиаду. Количество соревнований в разных дисциплинах было увеличено на 12 по сравнению с предыдущей зимней Олимпиадой в Ванкувере.
было разыграно 98 комплектов медалей. Талисманами игр стали белый мишка, снежный барс и зайка. Слоган звучал как «Жаркие зимние твои». В Сочинской Олимпиаде участвовали 2859 спортсменов из 88 стран мира. На церемониях открытия и закрытия побывали главы более 50 государств и правительств, 60 делегаций, международных организаций и министров спорта. Общие затраты на строительство олимпийских объектов и организацию инфраструктуры составили более 1,5 триллиона рублей. Участники игр, болельщики и спортивные чиновники высочайшего ранга отзывались об уровне организации сугубо положительно. Зимняя Олимпиада в субтропиках за несколько лет до события многим казалась безумием. Но 23 февраля 2014 года стало ясно – Россия совершила очередное чудо. Евровидение 2014-го проходило в Копенгагене, и победил в нем Томас Нойверт. Более известный в своей артистической ипостаси, мир знает его в основном как Кончиту Вурст. Образ женщины с бородой Нойверт придумал в 2011 году. Таким образом, он пытается заставить людей задуматься о толерантности, ксенофобии, природе инаковости и о стандартах красоты. Интересно, что в зрительском голосовании в России Кончита заняла 3-е место, а низкий общий балл был обусловлен оценкой национального жюри. Ее песня на Евровидении некоторое время даже была на 1-м месте в русском музыкальном рейтинге iTunes. И еще одна крупная трагедия в череде событий, происходивших на Украине в 2014 году. 17 июля упал пассажирский самолет авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур. В небе над Донецкой областью, в зоне вооруженного конфликта между войсками повстанцев и украинской армией, он был сбит предположительно ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса «Бук». К такому выводу пришла комиссия в Нидерландах, на которой было возложено расследование. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Это была крупнейшая по количеству жертв авиакатастрофа 21 века и на постсоветском пространстве. В 2014 году в Турции прошли первые всенародные президентские выборы. Ранее президента страны выбирал парламент. От правящей партии, партии справедливости и развития, был выдвинут премьер-министр страны Реджеп Тайип Эрдоган. Действовавший президент Турции Абдулла Гюль сообщил, что не собирается в дальнейшем участвовать в политических процессах. Декабря 2014 года называют очередным черным вторником для российского валютного рынка. Резкое ослабление рубля к доллару США и евро было вызвано разными причинами. Во-первых, обвалом мировых цен на нефть, во-вторых, введением экономических санкций в отношении многих российских компаний, а в-третьих, банковским кризисом в стране. В этот день на фоне роста курса доллара до 66 рублей накануне Центробанк России повысил ключевую ставку до 17% годовых, сразу на 6,5% пункта. Такое решение регулятор принял из-за роста девальвационных рисков. К утру национальная валюта укрепилась до 61 рубля за доллар, но в течение дня доллар резко взвился вверх. Днем он достигал 80 рублей, а евро едва не дошел до 100 рублей, остановился на 98. К концу дня рубль укрепился до 68 рублей, но на фоне обвала рубля сразу на 10,12% потерял индекс РТС. Существует мнение о том, что если бы в ноябре Центробанк России не принял решение отменить валютный коридор рубля и отпустить национальную валюту в свободное плавание, то обвала национальной валюты можно было бы избежать. Однако есть и другая точка зрения. Если бы руководство регулятора не приняло этих мер заранее, последствия для России могли бы быть гораздо жестче. Как бы то ни было, резкий подъем ключевой ставки и неформальные указания Владимира Путина экспортерам, прежде всего Игорю Сечину, прекратить придерживать валюту позволили стабилизировать валютный рынок. Стоимость ресурсов выросла из-за роста ключевой ставки. Это означало резкое снижение доступности кредитов. Но
параллельно и увеличила доступность депозитов. Банк России широко использовал инструменты рефинансирования коммерческих банков, чтобы поддерживать ликвидность в банковской системе. Год завершился для рубля ставками 56,24 за доллар и 68,37 за евро. По итогам 2014 года российская валюта потеряла 58% своей стоимости. До следующей встречи, до следующего года. Удачи!